Да, как приложения иногда тормозят, то их нужно профилировать. Вот. И я буду рассказывать про то, как это делать. В качестве простейших способов профилирования можно использовать Unix-овую тулзу Time и запускать наши бинарники с ней. Он покажет нам время выполнения. Также можно профилировать ручками, то есть изменять код нужного метода или функции и принтить, сколько она у нас бегала. Вот. Но в Golang есть классные инструменты для того, чтобы профилировать не ручками, а делать это автоматически. Есть package pprof, про который я расскажу чуть подробнее позже, который реализует так называемый сэмплирующий профайлер. Сэмплирующий профайлер — это такой тип профайлеров, который не изменяет исходный код программы. Вот. Вот. В качестве простейшей реализации, как это делали древние люди, они реализовывали сэмплирующий профайлер с помощью операционной системы. Операционная система лоцировала массив счетчиков с одним счетчиком на каждые 8 байт исходного кода программы. И каждый какой-то определенный промежуток времени она посылала сигнал прерывания и смотрела, какой у нас сейчас какой элемент программы сейчас в рантайме бежит, и инкрементила соответствующий счетчик. Вот. Реализация довольно простая, но у нее есть большой минус, что информации довольно мало отсюда можно получить. То есть мы, например, можем узнать, что у нас, особенно если, как в большинстве реальных приложений, используются сторонние библиотеки, если мы можем увидеть, что у нас вызывается какая-нибудь сторонняя библиотека, там аллоцирование памяти, то у нас не будет информации, какой именно кусок нашей программы ее вызывал. И это будет не очень полезно. Вот. В Golang, естественно, профайлер гораздо более продвинутый. Я не буду сильно вас грузить в пятницу вечером подробностями его реализации, но скажу кратенько, что там используется хэш-таблица, вот, и записывается не конкретный, получается, адрес команды программы, а целый stack trace. Вот. И, вот, собственно, тут показан пример использования пакеджа pprof. Самый такой простой дубовый пример. Тут сначала юзается флаг. Если у нас есть флаг pull profile, то создается файлик где-то на диске и стартуется CPU профилер, куда будет скидываться информация профайлера. И потом информацию из этого файла нужно будет прочитать с помощью специальной тулзы, которую я тоже покажу. Вот. Но очень удобно еще в Go профилировать с помощью GoTest стандартный. У нее есть кучка флагов, типа spool profile и еще несколько, про которые я упомяну. И она сама под капотом у себя запустит профайлер, вот, и скинет профиль, указанный файлик. Вот. После выполнения go-тестов с подобными аргументами у нас в директории проекта появится сам файл профиля и скомпилированный бинарник. Вот. GoTest вообще, как все знают, компилит бинарник каждый раз, но если не запускать профайлер, то она его выкинет. Если запустить, то оставит в папке проекта. Вот. Тут примеры неполные. Что можно профилировать в Go? То есть это флаги GoTest. Вот. Можно профилировать процессор, память, так называемые блоковые девайсы, файлы, прочее, и мьютексы. Ну, сегодня я подробнее расскажу про профилирование, про первые два типа профилирования. Вот. Ну, естественно, в GoTest help можно узнать подробнее. Вот. Вот представлен вызов тулзы GoToolPprof. Ей нужно будет передать бинарник и файл профиля. И да, давайте пойдем в консольку. Нет. Сначала пойдем в Emacs. У меня тут есть небольшое приложение, написанное одним не очень опытным Go-разработчиком. Сейчас я кратенько расскажу, что оно делает. И мы попробуем его вместе попрофилировать. Это будет весело.
Приложение парсит файл хайлайтов из Kindle девайса. Что такое хайлайты? Представьте, у вас есть электронная книжка, вы там можете ткнуть пальцем в какое-нибудь слово и сохранить его в файлик. Она сохраняет это в таком виде. Один хайлайт — это 4 строчки, получается, разделенные кучкой знаков равно. На первой строчке у нас находится название книги, на второй строчке какая-то метаинформация, типа location highlight, когда он был добавлен, и страница, возможно. Третья — это пустая строчка, и четвертая строчка — это сам highlight. Highlight может быть не в одно слово, а там целый абзац. Вот. И так, давайте посмотрим код приложения. Есть кучка файликов. Основная точка входа. Ну, приложение оформлено как либо. Тут есть CMD, который исполняет его как бинарник. И как такая высокоуровневая структурка парсер, в котором есть одно поле для дебага. И один основной метод parseClippings, который принимает, как у приличных людей, ioReader. И его парсит по строчкам. Ну, также у нас написан простенький бичмарк для этого дела, который загружает с диска файлик с хайлайтами и запускает parseClippings. Давайте сейчас попробуем запустить бенчмарк, сохраним результаты и посмотрим, что он нам показывает. Упс, потому что это немножко не... Test bench. Bench one. Вот. Так, мы видим, что у нас в среднем на, получается, одну операцию, она у нас занимает чуть больше миллиона наносекунд, но это много. Надо профилировать, потому что в продакшн так нельзя идти. Так, для этого нам надо добавить файл flag tpl profile и имя profile файла. Да, мы хотим это сохранить. И имеет смысл поставить немножко bench time побольше, хотя бы 3 секунды, чтобы собрать больше данных. Да, по дефолту, кстати, GoLash-ный runtime посылает 100 сигналов прерываний в секунду. Вот. То есть, ну, за секунду работы программы у нас получается 100 сэмплов. Этого может быть маловато для реальных приложений, и сами разработчики Google, это в Google Plus я наткнулся на такую фразу, что, ну, типа, мы понимаем, что это маловато, но у нас на самом деле приложения бегают на куче инстансов, поэтому мы собираем просто кучу данных за раз. Вот. Если у вас нет кучи инстансов, как у Google, то имеет смысл, ну, профилировать какое-то, в общем, не несколько секунд, хотя бы несколько десятков. Но, конечно, сильно зависит от приложения. Вот. Сейчас, как и должны были, мы получили скомпилированный бинарник и файлик профайлов папочки var. Сейчас мы можем на него натравить тулзу pprof. Ей нужно дать бинарник и профайл. Так. И мы попали в интерактивный режим. Тут есть замечательная команда help, в которой можно посмотреть, что-то вообще можно делать. Я сейчас покажу самые интересные и красивые штуки, которые можно запустить. Сначала мы можем, например, запустить команды топ-10 вызовов каких-то процедур и посмотреть вообще, сколько времени они у нас бегали. То есть мы тут можем посмотреть, что у нас, в принципе, очень много бегал malloc GC, то есть мы очень много чего-то аллоцировали, и, как правило, это знак того, что имеет смысл попрофилировать память, посмотреть, чем мы вообще аллоцировали. Вот. Также еще можно посмотреть веб-граф вызовов, такой красивый и большой, и страшный. И тут мы видим, что у нас всего duration профилирования 5 секунд, из них мы, получается, большую часть времени провели в методе parseClippings, как и должны были. Вот. И здесь мы можем посмотреть вообще, что он делал. Вот. Смотрите, тут очень жирная стрелочка,
показывает на то, что мы целых почти 5 секунд провели в методе parseMetaString, parseClippings. Вот. И там еще куча всего. Сюда можно увидеть. Но сейчас я покажу. Что тут еще можно делать? Еще в GoToolPiProf есть команда list. Ей мы можем передать regexp, по которому будут отбираться функции или методы, которые мы можем посмотреть. Вот. И она выведет нам листинг функции построчный и покажет, где в этой функции мы вообще больше всего провели времени. Вот. То есть мы видим, что мы запустили сканер. В принципе, все немного. И бац, мы видим наш метод parseMetaString, в котором мы провели те 4,78 секунд. Можно посмотреть его. String. Это... листинг метода parseMetaString. Ну, соответственно, точки — это то, где мы почти не тратили время, что не попадало в сэмплы профайлера. Вот. И здесь мы видим, что мы в функции parseTimeString провели кучу времени. Down to the rabbit hole. TimeString. Попали сюда. И мы видим виновника торжества. Что мне делать? Как мне это ускорить? Strings? Не, я не хочу отказываться от regex, я их люблю. Люблю проблемы. Ну как поправить? Вот. Да. Нам нужно скомпилировать. Два чая этому джентльмену. Ну так получилось, что я не буду это ручками печатать. У меня это где-то есть. 0.2 Optimized Regexes. Нет, div 0.1. Собственно, вот они у нас. Да, вместо использования глобальной функции package regex мы их заранее скомпилировали и юзаем метод скомпилированного regex. Теперь мы можем запустить бенчмарк. И сохранить результаты tvarbench 2. Упс. Так, окей. Проблемки. Что-то... Так, так. Пробуем вот этот. Ей. Вот. Да, вот они у нас скомпилированы в функции init. И пускаем тесты. Еще есть замечательная утилита bench.cmp, гошная, которой можно стравить два вида реджексов и смотреть, чем они отличаются. Мы видим, что вторая реализация, то есть первая реализация у нас на 62% медленнее, чем вторая. Ну, вот. То есть, хороший результат, но, возможно, можно лучше. Также помимо профилирования ЦПУ можно еще попрофилировать память и посмотреть, что у нас вообще аллоцируется. Для этого мы опять запускаем бенчмарки и передаем флаг memProfile. Да. И memProfile я нужно передать имя файлика, куда все это дело сохранять. Так, и поехали. Так, и с той же нам уже знакомой утилитой pipprof мы можем посмотреть,
результаты. И еще имеет ей смысл передать флаг allloc space, чтобы видеть, где у нас чего аллоцировалось. Вот. Так. Тем же инструментом list, мы можем посмотреть построчный вывод функции. Здесь нам уже показывают, чего у нас вообще аллоцировала память. Вот. Но тут, если посмотреть, честно говоря, таких однозначных вообще вещей, как это можно ускорить, я не вижу. Вот. Ну, потому что у нас есть, например, сканер, он возвращает здесь строчку, здесь теоретически можно возвращать слайс. То есть это, ну, получается, под капотом не будет аллоцироваться новый массив, это будет быстрее. Вот от подобного логирования в стиле скриптовых языков тоже можно отказаться. То есть здесь не создавать новую строчку и, в принципе, либо вообще от него отказаться, либо логировать по ифу, чтобы каждый раз у нас здесь не аллоцировалось. Ну, новую структуру хайлайта нам все-таки надо создавать, если мы хотим хранить в памяти. Мы хотим хранить в памяти их. Вот. Ну, единственное, что мы тут опять видим, что у нас в парс метастринг. Что-то очень много всего аллоцировалось. Можно посмотреть. String. Что-то было. Parse time string. Может быть. Взрываю, что опять rejects. Parse location. А. Тык-тык-тык. List. Parse location. А, ну да, там еще один regex у нас остался, который мы не прибили. Да, он компилируется. Вот, ну, собственно, от него можно избавиться, и тоже мы тут могли бы избежать кучки аллокаций. Вот. Ну, помимо консольных приложений, в реальном мире, конечно, у нас в Go, как правило, веб-приложения. Вот. И для того, чтобы их профилировать, есть package netpprof, которая является оберткой над packaging pprof. Я кратенько покажу, как ей можно пользоваться. Еще у меня тут есть небольшой сервис, который, я надеюсь, мы скоро запустим, который позволяет динамически накладывать различные фильтры на изображения, то есть ресайзить их, накладывать ватермарки и прочее. Вот. Он называется у нас медиатор. Там используется либо чи для роутинга. Вот. И ее есть замечательный такой middleware, ну или тут скорее как endpoint, профайлер. По факту он является оберткой над пакетом net-http-prof, про который я говорил, который подключает, ну, собственно, добавляет контроллеры профилирования в веб-приложения, которые можно юзать как endpoint и на них направлять утилиту tool-pprof и собирать данные. Притом, так как вообще профайлер добавляет довольно мало оверхеда, вот, и ребята из Google, насколько мне известно, используют его в продакшене нередко. Вот, и им норм. Вот. Сейчас. GPS. Так, оно у нас запущено. Оно позволяет вот так вот связить картиночки. Так, для того, чтобы собрать с него данные, во-первых, нам, опять же, очень желательно иметь бинарник приложения, чтобы можно было прочитать имена функции, получить всякие другие приятные штуки. Вот. Мы, в общем, профилировать мы можем также с помощью утилиты pprof, только вместо файла нам нужно передать endpoint приложения, куда профилер будет выводить свои данные. Так, мы профилер
примонтировали по пути debug pipprov. Вот здесь показаны различные, получается, endpoints для различных профилей, которые мы можем собрать. Чтобы получить профиль CPU, нам нужно вызвать endpoint profile, если я не ошибаюсь. Так. Вот, но так как профилировать лучше под нагрузкой, то давайте его нагрузим. Будем посылать ему по 30 конкурентных реквестов в секунду на динамический ресайз изображения. Конечно, у нас отключен час. И посмотрим, что у нас. Вот, так, мы видим, что кто-то работает в пятницу вечером. Так. Давайте соберем профиль. По дефолту он будет профилировать 30 секунд. И можно немножко подождать. Так, мы собрали. Можно включить. У нас тут немножко повылазили ошибки, потому что приложение у меня в докере, и тут на хосте, вероятно, не установлены всякие сишные либы, которые нужны для него. Но это не должно сильно помешать. Можно вызвать ту же функцию web и посмотреть граф. Вот. Тут мы видим, что больше половины времени мы провели в сишной либе libvibs, которая используется для как раз ресайза изображений. Вот. Также, в принципе. Очень много времени провели в таком сервис-методе getSump. Ну, то есть в самом нем, получается, мы почти не провели время, но в стек он попадал у нас много. То есть если у нас всего профиль 30 секунд, то getSump из них 22 почти был заранен. Вот. В общем, отсюда тут можно довольно наглядно увидеть вообще, что у нас происходит в приложении, и понять, что нужно оптимизировать. Ну, напоследок еще покажу интересную штуку, аналог list. Есть веб-лист. В нем можно увидеть в браузере тот же листинг, но еще там можно посмотреть диссемблирование функции. Вот, иногда это бывает полезно. То есть не обязательно здесь все понимать. Вот, но так. Так, ну, на сегодня у меня все. Вопросы. Спасибо.